Всем-всем привет! С вами Видеотекарь. Играем в ДБДшку. Поехали! Ник корейца меня, конечно, смущает. До такого додуматься там можно было. Я понял. Да хер я тут куда прокинул. Ускорение странное, очень странное ускорение. Так, он эпик? Нет. Здесь он в любом случае не будет скидывать первые пару кругов, поэтому они своей экономностью дают нам шанс. Как это работает? Тупо на правом надо идти. Просто тупо на пробу. Чё, подходите спасать-то? Я понял, всем похеру. В этой игре время, которое висит сурф на крюке, 100%. Вот я вам даже скажу, миллиард процентов. Надо порезать как минимум в два раза. Вот он, скажем, я не знаю, 90 секунд у тебя стадия, да? Она должна быть 45. Конечно, бороду я добью. Об этом речи быть не может. Вот теперь можно играть посвободнее. Это ёпти там. Ха-ха-ха.
Вот этот момент, то, что сурвы, когда упираются башкой в текстуры, ускоряются, из игры нахер вырезать на 100%. Не ослабить, не занерфить, не переделать, а просто вырезать. На каком основании они могут получать постоянное ускорение, когда маны не могут этого делать? Если нерфите скольжение Мору, то, пожалуйста, вот. Вы обязаны просто занерфить скольжение вот этого, ну, пиздецу. Да потому что элементарно. Тут даже, понимаете, тут даже дело не в нытье, да, там, или в чем-то еще. Дело в том, что ты элементарно чувствуешь себя клоуном. Понимая, что... Ну, сурф явно в более выигрышной позиции. Но ты обязан бегать, пыжиться, чтобы он чувствовал себя киберспортсменом. Если вы считаете, ребята, это интересным геймплеем, пожалуйста, у всех свои вкусы. Саму механику, сам принцип Dead by Daylight надо переделывать. Потому что именно в плане механики она не актуальна. Вот этот постоянный обуз текстур. Постоянное зацикливание на одной и той же позиции. Все настолько примитивно. Именно поэтому я играю за манов, потому что за манов хоть какое-то разнообразие. Я не говорю, что я как-то сочувствую мейнсурвам. Нет. Кому-то что-то, ну, интересен такой геймплей, пожалуйста. Я говорю, что я искренне не понимаю, как он может быть интересен. Просто доджится. Вот если бы он сейчас бы спилил, это был бы пиздец, я бы не дотащил. Правильно, я тебе сделал, что вышел. Играли хорошо, вопросов нет. У меня абсолютно никаких претензий к сурвану.
меня претензии к разработчикам вот по этим моментам, которые я озвучил. Почему, когда Сурф упирается башкой, он ускоряется? Это честно? Нет, это не честно. Почему стадия такая огромная на крюке? Это честно? Нет, это не честно. Где так, где? Всем спасибо, ребят, за просмотр, лайк, комментарий, подписка. С вами был Видеотекарь. Всем пока.